Наблюдатель, два наблюдателя уже. О, короче, во-во. Смотрите, видите в центр, вот эти кристаллики, мы за них деремся, поняли? О, если вы, если ой, вы бля, умираете, нихуя себе, блин. Все нормально, вы возражаетесь. Это что за говно? Короче, вам главное не умереть, а снимите. Ебать они ебланы. Что за Машера ебет просто рты нахуй? Что за Маша ебет рты, блядь? Короче. Вот эту турельку убили, хорошо. Сзади Маша подходит. Маша, ебаная крыса сидит, блядь! Маша это Бистикс, блядь. Блядь. По-моему, Бистикс уже? Надо, короче, типлайны дать, они уже 6 кристаллов собрали. Бистикс, по-моему, говорю, что это Маша. Да, это Бистикс, блядь. Команда, нам пизда. Машу ебите в жопу. Да что ты, нихуя я не танкую. Самурай должен быть очень сильным, бля. Самурай почему-то пикнул Леон, он всегда на Сэнди играет. Фрутес, я сейчас отъебу. Блядь, нет, ебали в кустах. Самурай бот? Ну вообще, фруктоску просто выебали в кустиках, ладжайну, бля, жестко вульву растопырили, блядь. Зарк ебет. Я уже отпиздился. Слушай, ну у них доминация лютая. Вообще самурай должен ебать, мы с ним столько играем, бля, что за хуйня. Мы с ним постоянно видосы записываем, блядь. Забери, самурай, бля, не позорь, бэ, бро, бэ. Я хотя бы примерно просто начал понимать, что мне ферзь делает. Надо было мне шелли оп, брать. Оп. На, нахуй, на, сука, жри, но блядь. Вообще, в ноль ебутся, походу, первая карта. Хорош, хорош. Ебали, да. Крутос. Пизды, блядь. Забирай, забирай. Ты задержка смотришь, я знаю, здесь небольшая. На, нахуй, хотя Катюха ебет просто Финаргота, бля. Забирает 8 камней, ебать. Нихуя Катюха жесткая, блядь. Сразу видно, блядь. Екатерина, бэ, бро, бэ. Вот они сейчас заберут. Самурай пятерку держит, очень потный поединок сейчас происходит. Где сетка? Блять, ее нет, нахуй. Вы не представляете, как было сложно собрать 12 человек в Brawl Stars, блять. После утреннего секса, блять, куда ты шашлычок после утреннего секса. Не, мы их не убили. Все, первую карту, слушайте, судя по всему, въебываю. Или нет, да, все. Размысл. GG, а до Зарк, задрот ебаный, блядь. Вы, смотри, брат, вы играете Best of 7. Короче, 5 игр, блядь. До 5 игр кто первый набирал. Понял. Я сейчас другого персонажа пикну, а я понял. А можно я на Пока поиграю? Вы можете менять персонажа как хотите, блядь. Только быстрее тебе решили. В ноль унесли, там вообще крипы, что делать? Ну не в ноль, блядь. Ну нихуя ты ебал, Маша, это ты? Вообще в нули еще бал. Я хилил просто. Слышь ты, блядь, задрот ебаный, нахуй. Я сейчас денежки закину, блядь, разъебу тебя на флажка ебаного, блядь. Там все что просто писал. Давайте, слышите, давайте БО5 тогда. Ну я очень жесткий задрот, у меня 242. Ой, 219 кубков. Давайте БО5, БО5. Дальше. Бля, как эти гемы ебаные? Одна и та же карта будет каждый раз? Не-не-не, она будет, она меняться будет, меняться будет. По-моему. А может и нет. Хуй её знает. Я могу сам поменять, хочешь другого? Нажмите ради, короче. Да. Скажите, когда запустить игру, чтобы я мог присоединиться. Да, хорошо. Короче, я взял, которая бьет сплэшем. А, ты Сэнди, да, взял? Нет, я взял этого Фрэнка, понял, буду стоять на меду и ебашить. То есть ты сейчас хочешь сказать, что сейчас что-то изменится, да, в твоей в игре? Ну да. Давай перейдем в команду Бистикса с Якадзе. Скажите, кого сыграть заведется? А, все, вижу. Все, удачи вам, удачи. Да. Да. Как в друзья добавить? Так, кнопку серой становится. Там, значит, не О, а нолик где-то. Там есть либо О, либо нолик. У них чип сменил на уёб какого-то жёсткого. Ничего страшного, ничего страшного. Смотри. Новая игра. Не ебусь. Все. Я его на плацу. Ой, бля, его. Вот, правильно. Катюшка ебёт Бебру, блядь. Катюха ебёт Виноргота в жопу. Ой, блядь, застань его нахуй. Ой, я утонул. Жесткая перестрелка. Меня ебет. Ой-ой-ой, хорошо, самурай накидывает. Маша, блядь, уходит, блядь, с отъебанной жопой, блядь. Ой-ой-ой. Отойди. Я пытаюсь, меня выебли. Да, манзор. Там Кент взял какой-то. С мечом, ой, с топором. Я забрал кристалл. Хорош, Зарк. Катя, бей его. Хорош. Просто не идите, стоим, только кристаллы забираем. Окей. Нам самое 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 самое. Хорош, Катюха, меня застанет. Финаргот, меня тоже. Я встанем в ноль. Нихуя себе, блядь. Катюха, а еще убивает Финаргота, отъебает жопу его, блядь. У меня Катюха брал старщица, блядь.
А я не могу хилить вас ударом по культой? Давай перейдем в другую команду. Иди, иди, Кать. Я дал ульту. Всех убили! Фруктоз круги под жопу, она... Уходи, уходи, Фенербот, уходи, уходи, Фенербот. Ебать, ростовка лютая, забирай все кристаллы, блядь! Я ухожу, 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 ухожу. Ебать! Уходите, просто... Неужели это 1-1? Вам 8 секунд выжить, Фенербот, ты главное не умирай. Зарк автотачит, убивает! Я сейчас... Кстати, уходи нахуй, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь! Найс! Найс, бро! Катя, надо, о, короче, сплэш просто один, брать, один. Я могу сейчас Энди взять и туда. ДИДИ МЭЕЕ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 
Попробуй Дэрила. Слышь, Слава? Да-да-да, создавай заново. Я карту могу менять. Можно пол-5 сразу, типа, сыграем. Ну что, насосал зарк в ротик просто, ну что? Лакер. Жмите ради, короче. Че мой я вот взял Дэрила, что он делает? Можешь быстро сказать? Исходящий ну, мерзлецов, ебать. Ну, короче, много хп и стреляет так, типа, тоже дробовичком, понял? Вблизи, короче. А ульта? Там... Бочонок, блядь. А ульта ты летаешь бочонком таким, типа, катаешься, понял? А, как пангольер в доте, я понял. Да, почти такое же. Короче, кристалл обидно, не даем зайти. Короче, не выходите за вот мечта. Ой, блядь, что-то мне мало зерброта стало. Он турельку поставил, блядь. Сломайте ее кто-нибудь. О, хорошо, ну, блядь, сдохни. Ой, блядь, молодец, они играют молодец, уже, я забыл зайти в наблюдатели. Блядь! Ну что за хуйня? Тебя, блядь! Тебя зарк отъебал, нормально. Да, отъебал. Блядь, Штюха, блядь! О. Ну, блядь. Всех застанил. Еще стан кинул. Блядь. Штюху добейте. Я ее заблокировал, блядь. Курсор не пролазил, нахуй. Вот, каждый раз новая карта, это охуенно вообще. У Катюха у меня, слышь, подкована, она должна ебать жестко. Залетай, похуй, залетай. Послушаем команду Бистикса. 1-1, ребят, в данный момент. Хороший самурай убил. Хороший. Вот на этот. Все, дальше. Забирай. Жесткие забивы, блядь. Турелька зарка накидывает, блядь, пизду. Бочонок дохлый, нахуй. Бочонок пососал Финаргот. Катюха забирает кристаллы. И не хватает одного кристалла до победы, блядь. Ой-ой-ой, жестко, зарки. Все. Красночет, а брат, а чё, блядь? Он застанет сейчас. Жесткая накидочка, блядь, пошла в пузо. Бочонку, блядь, отъебанное горлышко, блядь. Сюда. Да. Хорош. Ебать. И команда Бистикса просто в ноль разъебывает, блядь. 2-1, счет 2-1, дамы и господа, блядь. Ребят, best of 5. 2-1, да, в вашу пользу. Хочу сказать комментарий. Да, допустим. Все слушают. Я в рот трахал самурая, он очень слабый для своих кубков, вообще без. Сейчас заебан. Мы послушаем, что он скажет, я передам, хорошо. А, самурай, вам дошло послание, то, что Зарк сказал, что он у тебя в рот трахал, ты очень слабый для своих кубков, бля. Что ты можешь еще сказать? Еще тара есть какая-то. Все, подожди, это у нас закуп. Сава, слышишь? А. У нас сейчас Финаргот закуп производит. Сэнди, покупай Финаргот. А, в натуре? Да. Ебать. Контрольная закупка от Финаргота, ебать. Как тебе игра Финаргот? Пару слов расскажи, бля, хуйня или нет? Бля, да сейчас разъебу, блядь. Бля, она, так, ну, она реально прикольная. Тенди купил, пацаны. Я, похоже, качаю на телефон и играю. Сейчас я подумаю, на ком я буду играть. Бля, я вообще могу динамайка. Бойца не хватает очков силы, а я не могу, да? Я никак проапгрейдить, мне надо всякую хуйню покупать. У тебя да? В дружеском бою будет максимальный левел все равно. А, тогда похуй, бля. Так, а у нее что, тоже дальний, ближний бой? А, она дальний, и она бьет сплэшем, как Пока, вот примерно. Ага. Бля, ебать вы чит придумали, вы хотите, чтобы, можно, блядь... Можно вообще АОЕ сделать? Ну, стоп, давайте... АОЕ, правильно? Все, заходи, Слава. Ну, правильно, да, согласен, совершенно верно. Все, давайте ебашим сплэшем. И делаем кайф. Один кристальчик они спиздили на центре. А, вы играете, блядь, уже, ебаный рот. Так я тебе сказал, что мы играем. Я тупой, блядь. Просто не подходи, ну, типа, не подпускайте их к нам, и все. Замутился. А мне Катюха ебашится. Я их просто перестал, типа. Блядь, Катюху бы убить. Чё мне ульта делает? Ребят, если для тех, кто не знает, не остановлен АОЕ, это Area of Effect. Это урон массовый, то есть большой урон, блядь. Те, кто играл в MMORPG, не шарят, блядь, вот и всё. То есть конкретно в контексте игры говорилось, так что заебись. Короче, мы в NVIDIA сейчас ходим, надо зарк как-то обойти и убить. Смотрите. Финаргот играет на Сэнди. Это жесткий персонаж. Убил, но тем временем... Блядь,
Таванда Бистикса все равно выигрывает, вообще в ноль ебет, кубки чуть выбили, но Катя должна их сейчас забрать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Выебала жопу Катюша! У Катюши все крыши. Как там Катюша отъебаться собрался, охуел, блядь. Ебем, ебем, ебу, 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 ебу. Ой, это она жирная пизда. Ты охуел, блядь! Блядь! Нихуя Катюха жирная! Че за пиздец? Блядь! Мало урона идет. Вообще похуй, ролика я снес. Ну типа, все. Они проебали. Да ну бля. Сколько у нас там? 3-1 слава? Вы все, вы пососали, мы быстро в 5 играли. А, ты самурай с ебучкой, лох, сан. Ой! Еба, заткни нахуй! Дядь, я Макгрегор тут нахуй. 5 тысяч кубков, ёб твою ребят, мать. Ребят, алё, один на один, у кого 5 тысяч кубков? Ребят, команда Бистикса, Екадзе и Зарка проходит дальше. Сейчас следующий противостояние игры. Слав, мы готовы, мы. Прям сразу же, да? Да, да, вы играете, вы играете. Скиллзор, Хрисей 5 скилл против Гока Моли, боевого инсайдера. Мы выходим, да? Но они типа сетка играют, да. Да. Это нижний партнер. Вы остаетесь. Вы остаетесь. Команда Зарка крута. Ну это не Зарка команда, ладно, твоя, блядь, твоя команда. Я натренирую Зарк, жопу тебе разору следующий. Не, Зарк жестко капитанил. Зарка нюхал бебру, блядь. Но Зарк управлял. Да не, ладно, что Зарк молодец, конечно, там, ребят. По кустам съебались, кроме еще так, блядь, назад, Зарку дай бог здоровья, я реально, так, сейчас, секунду. Ладно, всем остальным тогда удачи. А вы мне объясните, мне за моего кинта есть смысл сейчас стрелять врагов? Или только... Ребят, вы готовы? Да. Вы собрали уже дружескую игру с своими оппонентами? Нет, я только добавляю... Ваня, тебе два друзья, Юлю пригласил. Да. Все, вы в дружеской игре, да? И то есть вам сейчас надо заинвайтить оппонентов, правильно? Слава, а у тебя, как оппонентов инвайтить? Оригинальный не знаю, телефон? Не, Паленка, брат, я в этом торговом центре купил рублей за 900. Вот это вот вопрос, блядь. Я надо, наверное, в друзья кого-то из их команды добавить. Ты не добавлял никого? Ни Крисвейф, никто скилл, ни скиллзоры. Сейчас нет. Интересно, могу я залететь, заинвайтить их уйти, слышь? Они у меня есть. Попробовать? Попробуй. Давай, сейчас сделаем. Марк, ты можешь мне кинуть приглашение? Брат, давай, слышь. Брат, Марк, попробуй мне кинуть инвайт, я их заинвайчу. Попробуй мне так, я не знаю, можно так или нет? Сейчас. А вы же между собой добавились? Да, ты у меня есть. Ты у меня есть. Кто у меня еще есть? Получается. Так, ну, блядь, а как на инсайдера не будет слота, если тебя приглашу? А ты не можешь мне пригласить во вражескую команду? Нет. И как так вообще играть? Как, в смысле? Погоди, а как мне дружеский матч вообще создать? Ёб твою, блядь, жопу нахуй. Сверху правой вот эти три стрелочки, блядь, дружеский бой. Вот эта хуйня. И ты можешь вот так приглашать людей. Бля, Марк, вы проиграли эту игру. У меня такой имбовый перс выпал. Просто. Вот, смотри. Вот кого я приглашаю? Вот я приглашаю Крис Вейв. Меня пригласит, а тоже. Что? Я так делаю? Так работает? А, нет, надо, наверное, выбрать... стой. Нет, какое-то ограбление, это хуйня. Захват кристалла где? О. Блин, это что за хрен, блядь? Он написал, что я звездный игрок. Я крут. А, может, даже один на один было ебануть бы, слышишь? Пиздец, бля. Так, Крис Вейв. Давай мне, дай, брат. Да, братан, даю. Вот. Чего? Не могу, у тебя набрана команда, ты уже сидишь в пати с тремя человеками. Сейчас, выйду. Да, блядь, что за горячий шалун, что за хуйня? Это что за кенты, блядь? У меня слишком много друзей, это будет сложно, блядь. Блядь, как подкинуть групп. Давай, кидай инвайт. Ты что, ты уже в пати была, блядь, зачем вышла, блядь, пизда, блядь. Так ты сказал, можешь мне друзья добавить? В пати, выйди. Вейв скилл, можешь тебе добавить? Я сказал, ой, блядь. Брат, я вышел, кидай. Ой, блядь. Так, Гуакамоле закинул. Принять. Все, ты вступил. Крисайф, можешь меня добавить? Кто ты кизер? Я выйду, блядь. Отряд. Ты тупой хуй, блядь, друзей! Понимаю. Блядь, я ничего, блядь, все нахуй. Пиздец, что происходит? У меня нахуй инсульт, я ебал. Я бля, с тобой, это мама Раша. Конакс, выйдите нахуй, пожалуйста. Мама Раша, это кто? Бля, еблан, не пали просто код ебаного лобби, и да все, сделайте, блядь, сами его, новое... блядь, просто сами, блядь. Добавьтесь, Крис, друзья, там так просто, Крис, блядь. Крис, я тебе кинул инвайт. Давай, я вышел. Так. Ой, блядь. Дружеский бой. Блядь, это пизда, я этот ебал Бравл Старс в жопу, блядь. Вообще самая тупая игра, нахуй, в мире, блядь.
Блядь, ну ладно, хорошо, игра нормальная, блядь. Чуваки, блядь, ебланы, блядь. Пизда, блядь. Ой, блядь, пиздец нахуй, вообще, блядь. Как сложно собрать людей, блядь. Сидим нахуй. 10 минут, блядь. В пизду нахуй. Все, расходимся нахуй. Все в пизду эту игру, да? Че, в КС, алло, может? Алло, десептикон. 5 на 5? Бля, скиллс. Ты КС собираешь? Да. Ой, бля. Сейчас я тебе добавлю. Что ж за хуйня у вас, блядь, с мозгами этой? Глицин сосете, суки. Я оскорбил. Почему я не могу в друзья добавить никого? У меня серым кнопка горит, блядь. Скажи, какой код друга, блядь? Там есть ноль или о, там есть ноль или о, блядь? Там ноль, блядь, ноль! Ноль! УВ0Г2У. А не говори! А что скинуть? Сейчас, бля, с чата добавлять будут. Добавил скиллс, прими. Самое, знаешь, чем ролью? Чтобы еще меня не добавили. Код найти. Мага, мага, справа друзья есть. Ты что такой нервный? И там твои девиши. Глицинчика рассоси. Подожди, справа друзья это где? Ты в меню, а сейчас вот у тебя вижу, персонаж, да, да. Справа друзья нажимаешь, и слева ID зелененьким. Его не сказать нужно, скинуть кому-то, кто добавляет всех. А кто добавляет? Один чел. Уенно, блядь. А кто добавляет? А чё у тебя, Слава? Что? Ну что с тобой? Алло, бустер, еблан. Вот эту хуйню смотрю, что... Ну да, я... Скиллс, приглашай своих. А чё у вас что? То я своих? Скиллс своих приглашаю. Нет, скиллс, всё, мы в лобби. А, скиллс, сейчас, скиллс обещаю. А, вы еще не играли даже? Да нет, блядь! Я уже два паблика соло затащил, меня сейчас открою себе кейс. Сейчас. А какой сегодня призовой, 100 тысяч? Алло. Скилл, занимайте меня. Сейчас. Пиздец. Слава, я скинул свой код, скиллс. Алло, приглашение в команду может только создатель давать, блядь. А как в сундуке, скажите, получить так пусть у вас лидер лобби, блядь, всех добавит, как мы это сделали, вы ну, чё, блядь? Марк добавляет всех. Доброе утро, нахуй. А Марк, ну, мы... Так нахуй, а пусть скиллс тебя и пригласит. Блять, Марк, только создатель лобби может призвать, и, блядь. Ёбаный ваш рот, нахуй. Блядь, поздравляю, друзья, с Новым годом, нахуй, праздник начинается. Там... Я теперь понял, почему Вадя не стал турнир по этой игре проводить, блядь. Это пиздец. У меня такое ощущение, у меня, блядь, 20 детей сидит в Дискорде, блядь. Они все параллельно друг друга пиздят вообще, что происходит, блядь. Это пизда, блядь. Так он вообще бомж, самурай, это вообще нулевый. Ну добавь, нет, ну, я Барк добавил. Блядь, Сова, отлично заблочил команды, блядь. Три раза, Крис, первый раз. Не, забей, кубки не лишают. Против нас самурай был, и у него 3000 кубков, 4000 вообще. Я тебя добавил. Вообще ты 5000 без тебя. 5000 вообще. А как в роли? Да не может быть такого, я тебя добавил, блядь. Ну, скинь мне свой код, я тебя добавлю. Ну нет, у тебя надо лобби расформировать, чтобы я скинул код. Блядь. Все спокойно. Слава, ты охуенно забывайся. Мы три, наша команда, три человека первый раз в игру зашли, чтобы да ты понимал. Слышь, Слава, пошли, паблик, короче, Марк, пухай. Ну что ты дезморалишься? Тут призовой 100 тысяч всего, и все. 100 тысяч? 100 тысяч? Да, Слава сказал. Марк, добавляй. Крис, быстрее. Я тебя добавил. Вот, вот, мой код. У него просто рекламка жилета была. Зато жилет для мужчин лучше нет, блядь. Согласна. Ну это шея. Иди, кстати, ёбаная. Хуйня ебаная. А, не трогай меня, сука. Выебали. Все, Крис, ты добавишь? Выебали, да, сейчас. Че, мы играем или нет? Мага, я тебе кинул инвайт. Все, Крис только осталось. Я добавила. Ура, блядь, мы создали лобби, нахуй. А ты и меня заинвайт? Это пиздец, блядь. Как узнать, какого персонажа? Честно, я хочу сейчас создать столкновение, бля, и всех вас нахуй уничтожить один, бля. Что такое столкновение? Давай сделаешь потом батл рояль. Давай сделаю батл рояль, бля, и я всех вас просто один запущу, и всех выебу, бля. Да ты с компанией. И я тебя в рот трахну. Стой, стой, всех выебу в жопу, бля, стой, жмите, жмите на чат, жмите готов. Кстати, Слава, слышишь, а что ты батл рояль не сделаешь? Ты же реально там контента духая, там же вся пиздилка, типа. Я не могу, бля. Сейчас сделаем, бля. Почему вы не можете готов нажать? Подожди, перса надо поменять. Ребят, да, у нас все взоры одинаковые персонажи, у них других нет. В смысле, у нас реально нет других, как мы начнем-то? Да, мы не можем начать, потому что нет. Да откройте, блядь, один кейс бесплатный, которому вначале дают. Ой, там ничего не попадает. Задонайте в игру, блядь. Охуенно забыл. Не, все, это, блядь, спокойной ночи, нахуй. Ой, блядь. Короче, Крис, у тебя нет другого персонажа? Блядь, пошлите батл рояль, похуй. Давай я зайду, давай я вместо скиллза зайду. Иди нахуй! Что?
Я не так уже играю. Сам забей. Я иди нахуй. Бля, кубки не решают, вы заебали очковать. Иди нахуй, у тебя персы прокачаны. Марк, ты охуел? А я все персы 10-го левела, блядь. Марк, ты же понимаешь, что мы первый раз в сей игру зашли? У тебя 3К элла, блядь. Ты это 10 раз проспамил, ты завались уже нахуй, я не... Вообще все ебало, завалите нахуй. Нытика потушили ебаного, блядь. Это Юля говорит, как игрок другой команды, ты понимаешь это? Бля, Крис, выбери ты другого персонажа, пожалуйста. У нас бэты противника. Бля, Слава, мы бы уже паблик сыграли, блядь. Я понимаю, это пиздец. Что ты выбрала? В смысле, стой. Что, какие у вас персонажи? Пошло? Алло. Жмите, готов, блядь. Юля, ты понимаешь, что у вас мы три раза, четыре человека раз игру зашли? Бля, как же мага любит, ебаный рот. Готов, мага, заебал ты. Бля, это пиздец, нахуй. Мага, всё, ты понимаешь, Слав, что мы начинаем матч. Ела, не сдавайся. Нормально. Да, да, брат, я смотрю, я смотрю. Блядь, вообще пизда. Может, просто уже в паблик просто поебашимся? Я просто в ахуе, блядь. А, мы начали. Стойте, перекиньте. Да сами перейдите, блядь. Хуярьте. Да сиди. Ладно, кто скиллзор, кто там? Кто у нас танк, кто у нас танк? Скиллзор, мага. Все, короче, блядь, какой пиздец. Все, я их принес нахуй. Бля, ебаные башмаки нулевые, блядь. Слышь, это что, вообще Слава? Пизда, блядь, да-да-да. А ты можешь шейр экрана сделать? Шейр экран, да, могу, конечно. Слава, ты жестко прям шаришь в игре же? Да нормально играю я. Я вот на вот этом Поко-Локо играл, и у меня была зеленая пассивка. Мне сказал, самураю не шаришь, что она делает, что она мне делает, просто хилит. Зеленая пассивка, а он... ты про гаджет? Да, ну, смотри, какой у тебя гаджет, я не знаю, брат, они разные бывают. Ну я же тоже не знаю, так ты можешь почитать. А у меня его паблики нету, я его сейчас... Ну потому что у тебя не прокачанный перс, потому что в дружеском бою 10 левел был. Да. Я же тебе это и говорил. Там два гаджета, хуй его знает, брат. Ну он просто вроде я нажимал, он хилил, но как-то странно, такое ощущение, что он через раз. Да, но тебе это еще не скоро. Бля, ну их вообще, слышишь, их вообще ебут без шансов, блядь. Кого, Гуакамоле? Да. Ну Гуакамоле тут вроде бы нормально играет. Гуакамоле должен ебать, я бы жопу его выебал вообще. Я вообще в ахуе был. Бля, я вообще ничего не понял, нахуй, что происходит, блядь. У меня просто башка атрофировалась. У меня башка нахуй атрофировалась, блядь. А мага на чем играет вообще? Бутыльника взял он. Не-не, посмотри, как он двигается. А у Гуакамоле лун? У меня скин просто какой-то. Понял. Ну они выиграли, блядь, вообще в халяву. Ты что, это 11-1, блядь. Это вообще пиздец полный, блядь. Все, автолуз нахуй забейте. А, и при этом 50 инсайдер звездный игрок. 50 на 50 были ставки на это? Да, там, ну, примерно. Да, подожди. Нихуя вы, блядь, крысы, сука, выебали их в ноль, блядь. Сейчас... Да. Алло. А чё мы проиграли, чё за фигня? Хочешь, блядь, Хрисай, выходи, я или кто-нибудь, я вместо вас захожу и вас в финал бущу, блядь. Не, давай так играем, быстро закончим. Давайте, запускайте. Выходи, выйти, нажми, готов. То же самое делайте, да, и всё, просто готов заново нажимать. Скилл, ты сегодня на мафию идёшь? Я нет. Скажите, когда запустите, слышь, парни? Запустились уже? Да. Все, захожу смотреть. Алло. Алло. Как там, здорово, ну, командный блядь. Настрой у файвскилла? Хуй знает. Блять, ну мне кажется, кстати, слышал, столкновение, наверное, по пиздаче было бы смотреть. Так, я тебе говорю, я не знаю, зачем... Батл Рояль было бы самое. Вот да, я говорю, Батл Рояль... Я там сейчас с Леончиком зашел бы. Бля, я бы вас так в жопу выебал всех я бы, нахуй. Я так трассовый, бро. Блять, честно, я сейчас пойду играть, вот в Батл Рояль кам пойдем играть, я так отыграюсь, сука, за то, что вы тупые, блять, не могли зайти, блять, 2 часа, нахуй. Это пиздец, я буду, блять, мстить. А, кстати, я сразу зашел. Самое смешное, давай... 7 матчей, вы уже час играете, блять. Да, я тебе говорю, мы играем 7 матчей, минутах, блять, час хуем. А с хуем это как? Ну слышь, вообще, ну с хуем это, ну, у пенис, блядь, пенсил. Ну у вас, да. Не, ну когда уж собираешь, типа, не, ну знаешь, типа, сложно лобби собирать. Я вообще в ахуе, что, ребят, я ничего не забираю, стержу, блядь. Как можно не разбираться, блядь, это пиздец, самая лучшая игра в мире, блядь. Вот здесь такой просто наиграл и что-то... Слышь, давай ты сейчас, они ж по фасту все доиграют, пошли потом в столкновение, пиздец. Да, сейчас, ну сейчас, ну спасибо, у вас финал сейчас будет, не забываю, сейчас Гуакамоле против этих, блядь, против Пашка Бистикса. Там Гуакамоле, похоже, я, конечно, от самурая думал, что он нормально будет играть, не как ботинок ебаный. Не, я же сразу сказал, что разум будет. Хорош. Ну что, ребята, команду Гуакамоле забирает вторую карту, сейчас третья решающая, это вообще очень изи, бля, просто ебут в нолик, бля. Проанализируй, Гуакамоле лучше, чем самурай играет?
Гуакамоле в разы лучше, самурай говно вообще поносное. Ребят, что у вас произошло? Расскажите, бля, пару комментариев, бля. Ничего, съебут в роте, блядь. А вы поняли, что... Мы нихуя не понимаем, что делать, Слава, на нас три человека пирают. А вы поняли, подожди, а вы поняли, что надо кристаллы забирать? Тогда мы видим персонажей, блядь. А до них дойти невозможно вообще. Они ебут нас нахуй сразу же. Но персонаж у вас попущенный, смотрите, вам надо... Вот у вас есть Барли, Барли охуенный персонаж. Ты сидишь за стенкой, просто накидываешь, блядь, вот эту... Я накидывал. Эту жижу ебаную. Как проверить, сколько урона нанес? Да это похуй, это не важно, это как бы там все интуитивно. Смотри, у вас есть Нита, блядь. У Нита охуенный урон плюс ульта, медведь, понял? Ты его всегда должен скипать. И плюс вы должны атаковать вместе. У них персонажи-то по сути хуета, блядь. Вы просто, ну, скрывайтесь оттуда. А у нас очень мощный ротик. Да не, ну, блядь, я имею в виду, ну, у вас по сути одинаково. Все персонажи хороши по-своему, понимаешь? То есть не то, что у этих хуета, это хуета там. Нет, все заебись, блядь. Давайте, выходите и заново запускайте. Я вам наставление дал, блядь, все, сейчас разъебись. Это последняя же игра? Да. Все отлично. Согласен, блять. А что за коэффициент? Блять, что за хуйня, что не. Попробуйте кристалл убрать, скиллс и крис. Попробуйте кристалл забирать и убегать потом. Попробуйте, я буду сдалека накидывать. Ой. Тима инсайдер 93%, ёбнуться, блять. Ребят, удачи, брат. Спасибо, брат. Смотри, как послушай, как все тихо, уверенно, блять. Ты в спике гуакамоле, блять, ебаного. Мы идем, мы в доме мертвые, отходи потихоньку. Да я стараюсь. Вот, пошло. Или не пошло, наебал, не пошло. Медведи, о, смотри, инсайдер взял другого персонажа, блядь. По скилл накинул жесткого пюре, блядь. Да. Тут вот лужа пиздец решает. Надо пушить их. Вот, да, надо просто закрывать. Видишь, мага начал правильно делать, он стал закрывать вход, ебаный. Все, они сейчас выиграют, сейчас они выиграют, блядь. Сейчас они выиграют, там кэф ебанутый, блядь. Вот, бля, нахуй он сдох, блядь. Могу ебанул, кристалл забираю. А, это крисвей. Ну да, ладно. Подзаморозку на тигра ебана, все ебашки. Бля, ну это пиздец. Все, еще два кристалла и отходим. Ебать, он там разлетел. Все, пизда, все пошло, по пизде. Тиш, Юль, не умеем, блядь, прихуйни. Бля, все пошло по пизде, блядь. Нормально, я забрал. Блять, тут даже нет эльприма, бро! Один кристалл, дай заморозку. Крисвейв, пиздец, ну крисвейв, да, посмотри. Можешь уже улететь, а прям пробивает стены, бля, хуйня. На... Все, отходите. Ребята, пуджик, люди! Ой, я тебя, кстати, помню, слышишь даже вроде бы. В принципе, Ваня может дефть, у него нет кристаллов, похуй уже. Там заморозку, все, постоит, вроде. Ну все, это легкая, третья, и это финал сейчас. Ёбки, блять. Скользя справа. Найс. Легчайше. А какая команда, получается, Е-Кадзе, Б-Истикс и... Браустер, бля, это очень легко было, очень легко. Иван Инсайдер настоящий приму, бро. Он пиздец быстро адаптировался, он ебет жутко, блядь, вообще. Казалось бы, он вообще в первый раз, да, играет в жизни? Юль, Ван, с лобби, не выходите. Это полный пиздец. Смотрите, скиньте мне ваши коды все. Не выходите, да, и спать, пока не расформировывайте отряды, бля, ну неплохо вы ебете, старички, что я могу сказать? Зарк, ты скинь код, мы втроем в лобби сидим, я вот сейчас будет интересно, кто разъебет Екадзе Бистикс, бля, и кто, бля, я забыл, кто. И Зарк. Против Гуакамоле, Инсайдер и кто, блядь, Фрукт? Байол. Нет, Байол, наебал. Я скинул. Только, слышь, команда, которая сейчас въебал, не уходите, мы потом столкновение ебанем, просто вот в эту хуйня вам понравится, серьезно говорю. Это батл рояль был. А, подожди, мне надо добавлять, да, кого-то теперь опять? Не-не-не-не-не. Просто так, так самурай же не заходит. Свои коды заскрините и скиньте манку. Все, мы в тильте. Не уходи, слышишь? Сейчас батл рояль ебанем. Да, бля, там только 10 человек надо. Я вышел с игры. Все, съебался, хорошо, а ты нытик вообще пиздец. Даже так даже лучше. Вот, там 10 человек как раз можно всего лишь заебись будет. Ну там типа реально пиздата, то есть батл рояль охуенная в этой игре. Пойдемте вниз в дискорд. Пошли. Настраиваем, не расстраивайтесь. Спасибо. Мы почти выиграли. Реально боролись, пиздец. Алло. Алло. Да, добавляем. Я тебе в ЛС кидаю, Зарк. Давайте. Бля, конечно, ботинки пизда, но сейчас мне кажется поинтереснее будет. А чё ботинки, мы охуенно отыграли? Ну я бы вас один бы унес нахуй. Господи, чел! Блядь, дядь, давай, погнали! Чел, давай после того, как сейчас вы сыграете это, так сказать, финал мини-турнира, мы сыграем столкновение все вместе, в десятером. Да, давай, я вас трахну. Давай, вы, блядь, пососете нахуй, ты блядь. Ты пососешь, блядь. Бомжи, блядь, ебаные, блядь. Я шею тебе, бля, встать, бля. Я не позер, бля. Я шею, бля. Хуйня, блядь, унесу нахуй в ноль, блядь.
Understand, бро? Какой злой. Не сувнули, бро. Слышь, Катюх. Ты ему даешь этот пососать успокоительный какие-нибудь? Пососать? А кто выиграл? Пососать даешь? Я-то вот как Катюх даю, бро. Ты не можешь своих занимать, Зар? Чем мы проиграли 0-3? Бля, кто у тебя в команде еще? И Катя, и этот Бистикс, они скинули во фрики свои коды. У меня в этом, да. Ну не фрики, я могу... Давайте, собирайте команду. Играйте так, Best of 7, до 5 побед. Okay. Только Кашу. Код не спали, иди братья. Иди нахуй с ним Best of 7, неинтересно Best of 7. Ну подожди, может тебе интересно будет, может сосать будет, может сам еще молить Best of 7, блядь. Да, я добавляю же. Он дать Best of 5 похуй, потом столкновение ебанем. Я вас унесу нахуй. Столкновение нужно 10 челов. У нас как раз тут 10 где-то здесь плюс-минус сидит. Так, не вижу пока. Сейчас придет. Бля, Слава, будет ли что-то забалтый? Сейчас забалтый часто. Ой, бля, ебаный ротик, бля, бля. Забалтый часто 100% что-то будет, братанчик. Бисикс, я добавил. Вижу. А просто суть в том, что надо кристаллы собирать, и все. Да, 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 смотри, ты собираешь кристаллы, типа, должно быть 10 кристаллов, чтобы пошел отсчет. Когда начинается отсчет, 10. По-моему, 15 секунд должно пройти, или сколько? 15 секунд. Да, если не умираешь до 15 секунд. И если не умираешь за 15 секунд, ты выиграл. Все. Задача удержать. То есть, бля, про финале, бля, стоять, бля, пиздец, зрелищный, блядь. Бисикс, а кого еще? Бисикс, я тоже телефон. Столкновение не обязательно 10 слов, но у нас будет 10 слов. Мы фулл сыграем. То есть. А как вступление пишет? Когда лэп 2, пока хуй знает, ребят. Все, да, все. Я Маша. Все, все, Слав, вы делаете, да? Мы начинаем. Все, да, давайте, я желаю вам удачи, блядь, пусть победит сильнейший. Хотя сильнейший это я, но я не играю. Призовой мой пенис, блядь, тебе в рот. В любом случае, даже если ты проиграешь, блядь. Давай, да не пизди, блядь, давай играй. Мовни, мовни отдельно тогда. Борис за приз, блядь, за член, блядь, вот твой нос, блядь, маленький, нахуй. Слышь, Слава. А? Чё по аналитике, чё думаешь, кто выиграет? Чё по аналитике, блядь, всё проси, блядь, все обмели. Ну сейчас, и чё, блядь, просто. Сейчас загрузится. О, всё, пошёл, поехал. Честно говоря, мне кажется, мне Зарк кажется, почему-то выиграет. А мне кажется, Гуакамоле выиграет почему-то. А мне кажется, Зарк по пику выиграет, понял? Давай, Слава, что у них хуйня, я пошёл. Ну смотри, давай, у них... Спасибо, братик, пошёл у них более сплэшовые, типа, персонажи. Бля, тут Катюха на Эльприму, бро. Ну и что? Она шарит за Эльприму. Ну смотри, сейчас Зарк просто центр занимает и все нахуй. А там чего пизды уже получили от него? Не, ну там есть кулак котлетка, блядь, смотри. О, Катюха влетает! И Катюха в жопу ебет Юлю нахуй. Блять, ОХП уходит, 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 уходит. Не, не уходит, не уходит, нихуя. Ебут ее Катюшу, блядь. Ну, блядь, конечно, хуево, но ебут, блядь, жестко в жопу, блядь. Ничего, дальше держимся, блядь. Зарк карит, смотри, Зарк нормально карит. Бля, Зарк пиздец шарит, он за эту шлюшку, бля, любит, слышишь, поиграть. Ну да, она такая сплошная. И тут еще, слышишь, этого... тут еще у Бистикса есть Пока, бля. А как и Пока еще подлагала, блядь. Потому что Пока есть, он хилит, понял? Ой-ой-ой, а да-да-да. Это, да, да. Это персонаж вот такой... Из балалайка, долбоёб. No name? Не-не, просто Пока, Пока его зовут Пока, понял? Не No name, не Кирюха. Ух, ебать, какая накидка нехуйная, Катюхи в пузо, бля, Катюха чуть не загнулась, блядь, просто. И Зарк! Морозит его, блядь! Ебать, потное противостояние, ебаный чизкейк, блядь! Потное. И он выживает, охуеть! 6-4, блядь, 6-4, они жестко монтят за этими заборчиками ебаными, блядь! Ебать, потное, охуеть! Знаешь, кого не хватает? Либо Барли, либо Динамайка, вот понял, такого, чтобы накидывать! Да-да-да-да-да! Вот Барли не хватает, пиздец! А, Барли, за которого я играл? Бля, я вообще не понял, какую хуй с Нави сделали, состав, блядь, свой, не позвали, блядь! Пускай его поймал, блядь, чё за хуйня, блядь! Я сделаю, блядь, свой состав и вынесу нахуй Найв мой, блядь. В смысле, Найв по Бравл Старсу сделали состав? Конечно! Да. Я роплюсь или нет? Нет, блядь! Я вообще не знаю, что они не захотели меня взять, блядь. Ну смотри, ровно противостояние, 7-7. Из арка убивают на центре, блядь, Фава. Все, Байоу забирает все кристаллы, все, пиздец. Судя по всему, это первая карта за команду. Гуэски моли, блядь! Жесть, эти Байоу бы кануло жестко. Ой, все, отъебали, все, в пизду сызу, там кристаллов 1 миллиард, дядь. Все, ебут, ой-ой-ой-ой, Зарк залетает, говорит, пизда, блядь, пизда! Но он не попадает. Чуть-чуть не дотягивается, блядь. А он просто автоатакой ебашит, он не попадает из-за этого. Достойно, слышь, достойная игра, блядь, пойду возьму мини-интервью. А поздравляю вас с победой, уважаемые игроки, блядь, достойная игра была. Легчайше. Давайте еще одну катку заводите, блядь, ебаный, блядь. Молодцы, молодцы, реально, молодцы. Мы ну, уже не... завели. Ну, согласись, смотри, жми. Согласись, нихуя не легчайше было, ну, вот если честно. Ну да, там Катя в спину заходит нормально, кстати. Катюшка, блядь, бебру твою выебала. Все, я пошел, давайте, смотри, хорошую игру. Смотри, жми, давай, давай. Поэтому было тяжеловато тоже. Посмотрим сейчас, что будет алло, происходить. Алло, здравствуйте, Слава, бебру, это вы? Это дуйте вы? Это я, бро. Ой, блядь. Инсайдер получает пизды. Да что за хуйня? Курсор заблокирован, что, блядь? Так он блокирует, ты чё? Понял всё. Маша тоже пизды получила, нормально? Маша кто? Бля, Катюха мою выебала, хотя бы боевал, слышишь, блядь.
И то неплохо, блядь. Жесткое противостояние за кристаллы. Блядь, я говорю, прям не хватает баррелей, знаешь, я тебе серьезно говорю. Вот Зарку бы, наверное, баррели бы вместо вот этой залупы. Ну, да не, может быть, знаешь, вместо Катюха... Пока. А мне кажется, Катюху надо понять. Катюхе было бы сложно играть на да. дальнике. Очень сложно было бы. Так она тоже по факту. Она Катюху у меня погоняла, знаешь, какой Катюхи? Эль Катя! Эль Катя, блядь. Ну, то есть она любит прям на Эль Приму, блядь. А еще, знаешь, что я заметил? Инсайдер-то неплохо, знаешь, мувается, типа, для начала. Инсайдер, блядь, во все игры очень неплохо мувается. Инсайдер достаточно талантливый, молодой человек. Слушай, а тем временем Зарк сейчас кристалл. Забирает, смотри, сейчас заберет еще по. Охуеть там происходит, приколы. Зарк старается соло затащить, просто вытащить эту каточку. О, хорошая подкинучка, блядь, сейчас будет поджимать. Ебать, выебет, должен выебать. Все, убивает, забирает. Все. Отчет пошел, Машу ебут в жопу. Маша решит. Ой, блядь, че пизду! Юлечка боел, пиздец. Бля, Зарк тоже рак такой, ебать. Нихуя тут что происходит? Ебать, Катя залетает, блин! Катюха ебёт в жопу! И всё, и Катя уходит! На 10 кристаллов! Ой, блядь, зачем ты отпрыгивает? Ёбаный чизкейк, блядь! Она чуть пизды не получила, блядь. Она чуть не схлопотала по ебасосине, блядь. И Катя просто убегает, блядь. Блядь, что происходит, нахуй? Катюха выиграла, красава. Всё, просто Катя затащила катку, блядь. Катя закарила, слышишь? Эй, Катя! Катя соло. Ебать, Катюха ебет люто, мы что-то в ахуе тут сидим, бля. Катюха, бля, бэбро, бля. Очень нервно. Хорош. Катюхи, бэбро, бля. Скажите, как играл, заведется? Не, БО5, БО5. БО5 та же, до трех побед. Катюхи, бэбро. 1-1. Катюхи, бэбро. Ребят, что у вас не так пошло в этой игре, бля? Катюша, бэбро, у вас выебало, не понял. Не слышу, бля. Зарк. Не, брат, у нас все хорошо, просто этот Зарк ебаный неприятный, он там весь дэмэдж носит. Зарк неприятный, блядь, тварь, блядь, ебаный. Хорошие игры вам, ребята. Погнали дальше, блядь. Здравствуйте, студия комментирования здесь еще. Катя играет в разы лучше, чем Сумрай, бишь, я знаю. Охуели? Я знаю, бро. Здесь будет столкновение, зайдем. И все вы пососете. А, да я не уверен, пососешь, блядь. Ебать, Катюха нападает на Боёва, просто ебет ее дырочку, блядь, сладкую выхотану, блядь. Не решать, блядь, здесь. А, и что это за хуя, какая-то установка, гукамоле вылетать, гукамоле играть на лютых скинах, ебать, я вообще ничего. А, он на Дина Майке, ебаный, блядь, чизкейк, кстати, ебать, не помню. Хава, сейчас счет 1-1, да? 1-1. То есть, по факту, еще две игры. Пусть напомни им, чтобы они потом карту поменяли, а то на одной карте ебашь, мне интересно. Да, можно сделать так. Я сейчас напишу после этой игры в конце. Ебать, смотри, этот Динамайк ломает и барьер, с которого они прятались. А, ну нормально, они тоже разменялись, бля, минус барьера. Катюха убивает? Катюха ебет одно второе, бля! Забирай кристалл! Отходит просто с кристаллами, очень сейвово играет, блядь. Тут Ванечка инсайдер получает дыхало, ебать. Алкаш нахуй загнулся, ебать. Просто слышишь, как будто гастрит воспалился, блядь. И спокойно контролирует мидл, блядь, команды Бистикса. Где мой курсор, ебаный, блядь? Это везде, бля. Ну ладно, вот после 1-1 счет, ты что думаешь? Что... А хуй знает, вообще не понятно, они реально равно играют, бля. Я думал, на самом деле, вообще изи будет для команды Гуакамоле, но нихуя, смотри. Тут отъебка люто идет. Ну я же говорю, по персам выигрывает смотри, команда Кати. Ну я понял, что за гаджет у Бистикса, у него выстрелы хилит, понял? То есть каждый выстрел хилит, и это очень, на самом деле, крутая тема для команды, смотри. Команда Гуакамоле залетает, раньше хотят выбить кристалл, 2 секунды, одна, успеет, нее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 ee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 
Давай, Зарки, поверим. Молодцы, еще ребята, карту поменяйте, жестко ебёте, сейчас вы что? А, брат, поменяйте карты, что не так? Ваша жопа отъёбана, что случилось, блядь? Нормально все, брат. Вы сейчас делаете камбэк? Да. Слышь, Марк, поменяй карты. Это не ошибка, то, что уже не Best of 7. Да похуй. Не, сейчас Зарк просто пизды получит, блядь. Сейчас Зарк, блядь, схлопотает, да, сычешь, блядь, свой курятник, нахуй. Да все, он уже сосет. Скворечник, блядь. Сосет уже, блядь, пенсил нюхает, блядь, жестко. Мы друг друга убили. Да. А, вы играете, блядь, в сори. Извини, Оля, блядь. Ой, это Юля, блядь. Я съебался! Блядь, я долбоёб, нахуй. У меня микроинсульт, блядь. Бля, Кати Бэбер, жестко ебёшь, бля. Ой-ой-ой, Зарквов забирает все слитки ёбаные, бля, говна, вот эти кусочки, бля, ебаные шоколадные, бля. Ты гуакамоле, ты слышишь, взял розочку, произошел, так сказать, репик
То есть, блядь, новых персонажей не взяли, блядь. Эль Приво, конечно, нету здесь, кроме Икадзе, блядь, 07, блядь. Ну, есть Рози, бля, шалашовка ебаная боксерская, бля. Нормально, 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 нормально. Инсайдер мажет, надо. Мажет, промахивается. Два хита нужно. Гуакамоле упирается в перец, бля, стоячий. И... Ой, блядь! Ой, ебать! Перепрыгнул. Ой, блядь, все, забей нахуй. А это не он перепрыгнул, это не он перепрыгнул. Это Икадзе, судя по всему, кинул. Икадзе гаджет перебрасывает. Мы их отъебали, все. Ну, как я говорил, Слава, они выиграют. Ёбанаротик, блядь. Блядь. Ставочник самурай, здрасте. Блядь. Блядь. Как меня кинули? Блядь. Это как меня тебя, кинули, блядь. Это Катя тебя сделал. Это Катя Б, бро. Катя просто соло. Это Катюша Б, бро. Она тебя выебала, блядь, в чизкейк, дядь. Ну это пиздец, мне, по идее, надо было Катю. Это Катя Бэбру, бэ. Персонаж её сильно дамажит. Ну что, ребят, в этой, блядь, как-то категории, так сказать, выигрывает, блядь, команда Бистикса, блядь, поздравляем. Всё, и мы больше не играем? Не-не, столкновение, играем, бро, играем. Столкновение. Да, давайте батл рейд.